Война между регрессниками и ArcelorMittal Темиртау набирает обороты. 15 июля бывшие шахтеры, которые не видят выплат больше года, намерены устроить пикет перед департаментом ArcelorMittal. Работодатели по сей день кормят инвалидов завтраками. Подробности у Мирамкуль Салкимбаевой. Я надеюсь на нашего президента, которого мы избирали, чтобы он нам помог, нас 220 тысяч инвалидов, регрессников, которые потеряли здоровье на предприятии ArcelorMittal Темиртау. Толеген Бейсенбек проработал на шахте больше 17 лет. Бывший горняк недавно выписался из больницы. Пройти весь курс лечения ему не позволяет материальное положение. Мужчина и его семья живут только на деньги, которые выделяются из горсобеса. А это всего 26 тысяч тенге. У меня ухудшение пошло с ногами и с поясницей. Теперь я вот 22-го буду проходить в ТЭК очередной повторно. Да? У меня ухудшение. На вот эти, то, что средства мне государство платило до 4 июля. Все. Я теперь подтвержу опять инвалидность подтвержу. Потом мне опять государство будет назначать пособие. По убеждению активистов, компания ArcelorMittal Темиртау должна была выплатить все долги еще несколько месяцев назад, когда первое судебное решение было в пользу регрессников. Однако все требования промышленный магнат проигнорировал. Тогда же возмущенные люди обратились в прокуратуру. Та обязала Департамент социальной защиты разобраться. Инспектор по труду обнаружил, что компания действительно нарушает закон и вынес предписание вернуть инвалидам то, что недоплачено. Нам пообещали, что этот вопрос мы все решим, все сделаем, вам заплатят. Все, год прошел после этого. Год. Судебное разбирательство юрист ArcelorMittal Темиртау попросил отложить, так как никакого уведомления он якобы не получал. Для ознакомления с апелляционной жалобой он попросил 2 дня. Однако его ходатайство вторая сторона не поддержала. Сторона ответчика может за полчаса ознакомиться, прочитать и по ходу, так сказать, ответить сразу по всем вопросам. Люди собрались, нет необходимости откладывать на 2-3 дня. Несмотря на это, судья все-таки отложила процесс на 16 июля. Судебное заседание по настоящему делу суд апелляционной судебной коллегии откладывает. Карагандинские шахтеры остались недовольными. Они уверены, бывший работодатель в очередной раз хочет уйти от ответственности. Это манипуляция, очередная манипуляция ArcelorMittal. Затягиванием времени, затягиванием. Они прекрасно подавали апелляцию, они были прекрасно осведомлены. Уже 15 июля возмущенные регрессники намерены устроить пикет. Они собираются лечь перед зданием департамента ArcelorMittal Темиртау и лежать до тех пор, пока работодатели не выплатят им положенное. Обещают завтра, потом. Это вот уже чаша терпения начинает лопаться. Вот мы собираемся числа 15 собираться на площади и лечь там уже. Мирамгуль Салкимбаева, Алжас Габбасов, Марат Культенов, Первый Карагандинский.